это очень тщательно скрывают от туристов и от круизеров. Никто не знает, ну пропали без вести, ну нету, да. Если ты напился, побуянил, там набил кому-то лицо, могут выставить счет, от которого вы просто придете в ужас. Если я не могу заплатить в круизе чаевые, корабль тонет долго. Что входит в стоимость круиза? Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Сегодняшнее наше видео о круизах, и это видео не для всех. Если вы человек мнительный, но при этом любите круизы, то лучше вам это не смотреть. Мы вас сразу предупреждаем, что мы будем рассказывать такие вещи, которые вас могут просто отпугнуть от круиза. Будем рассказывать правду и будем рассказывать то, чего туристы обыкновенные в круизе не видят и не знают. Наташ, ну вот ты поклонница круизов. У тебя, по-моему, было что-то около 10 круизов. Нет, да? 8. У меня был только один круиз. Ну, мне, конечно, понравилось, было очень интересно, но я все-таки не совсем поняла, вот поклонница или не поклонница этих круизов. А, ну, что ты можешь сказать о круизах? Честно сказать, я отношу себя, вот что называется, подсаженным на круиз, потому что мне очень нравится этот стиль отдыха. Это комфорт, это хороший сервис, это несколько стран за одну поездку в комфортных условиях, это морской отдых. Великолепная еда, но в то же время... Развлечения. Да, развлечения, ну то есть масса плюсов, но в то же время есть какие-то такие вещи... Которые просто вас могут, ну, напугать, вас могут просто ужаснуть. Это правда? А почему вы вообще вспомнили о круизном отдыхе? Этим летом мы были в Черногории и поехали в Котор, и увидели круизный лайнер. И такое впечатление у нас произвело, так захотелось в круиз. И тем более, что мне очень хотелось поехать в Котор, потому что до этого, за год до этого, до нашей поездки, я была в Которе в круизе. Но я там была вот тоже, издержки круизного отдыха. Корабль пришел в 9 утра, а мы оттуда уходили уже в 4. То есть города ты не видела? Ребята, нарыла информацию про круизные лайнеры. Вот я уверена, что этого почти никто не знает. Потому что это очень тщательно скрывают от туристов и от круизеров. Во-первых, на каждом корабле есть морг. Да. Это что? Да. Вот на каждом корабле есть морг, потому что, да, пожилые люди ездят в круиз, и бывает, к сожалению, что они умирают. И мы вам сейчас расскажем об источниках информации, чтобы вы не думали, что мы где-то там нарыли это все только в интернете. Мой первый круиз, мне просто так повезло, вот в плане личного общения, что я общалась с женщиной, которая приехала в гости к девушке, которая работала хаускипером, то есть убирала каюту, и немножечко рассказала вот мне про круиз изнутри. И второй источник, у нас была замечательная русскоязычная ассистент на итальянском корабле, которая нам втихаря нашей русской группе показала, в каких условиях живет команда. Вот как это все выглядит. То есть для... круиз не глазами отдыхающего, а глазами человека, который там работает. Да, человека глазами, который там работает. И еще, чтобы вы не думали, что круиз это типа я пришел на корабль и все для меня. Существует правило. Во-первых, корабль говорит же неправильно. Мы с тобой знаем. Да, судно. Да, да, судно. Потому что корабль это в первую очередь это военный. А в общем-то судно. Моряки говорят судно. Вот, это первое. И еще есть масса вещей. Вы будете жить по правилам. Вот что-то военное в круизе все равно есть. Ну, дисциплина. Можно говорить и корабль, потому что ты все-таки попадаешь в какой-то степени. Ты на отдыхе, но ты попадаешь все-таки в какие-то жесткие правила. Очень жесткие правила. Потом есть тюрьма. В смысле, как, если ты будешь там как-то преступление совершать? Нет, тогда... тюрьма, если ты напился, побуянил, там набил кому-то лицо, и тебя нужно каким-то образом изолировать, пока, допустим, корабль в море. Может быть, поэтому такая зверская алкогольная политика, такой дорогой алкоголь, да? Может? Да, и еще не только поэтому. Как оказалось, ну, это такая секретная информация, но, как оказалось, с 2011 года, вот по сию пору, 165 человек на круизных лайнерах пропали без вести.
Утонули просто. Никто не знает, пропали без вести, но нету, да. Потому что я сама читала на форуме Винского, люди сидели, пили, крепко пили, сильно пили, на каюта была с балконом, человек вышел на балкон. Но они его хватили часа через полтора, была ночь. Человека нет на балконе. То есть ты приезжаешь в круиз, и ты чувствуешь, что тебе все доступно, что тебе все можно. Оказывается, не все. Вот правило первое. Вот что тебе первое нельзя? Да, есть куча платных услуг, и вам потом могут выставить счет, от которого вы просто придете в ужас. И каждый раз, покупая что-то в дьюти-фри, покупая какие-то спа-процедуры в спа-салоне, к этому еще прибавляется 18% налога на корабле. То есть что входит в стоимость круиза? Входит еда? И проживание на корабле. И развлечения. И развлечения, да. За все остальное нужно доплачивать. Да. Причем развлечения тоже не все. Если это у вас просто, вот вы пользуетесь спортивным инвентарем, это все бесплатно. Если это индивидуальная тренировка с тренером, какая-нибудь йога, это уже за деньги. Или там урок танцев, это тоже за деньги. Не всегда. У итальянских круизных линий это бесплатно. И тоже есть такая вещь. Вот вы, когда приходите на посадку, на регистрацию на корабль, первое, что у вас забирают у всех, не членов Евросоюза, не граждан Евросоюза, забирают паспорта. Нас же тоже забирают. Да, то есть паспорта у тебя нет. Тебе выдается карточка круизная, твоя карточка, это твое удостоверение личности, это твоя платежная карточка. То есть вот в любом случае... И ключ от каюты. И ключ от каюты. Ты, там, тебе там хочется каких-то развлечений, напитков, чего-то там вот на корабле, ты расплачиваешься карточкой. Ты вот даешь свою карточку. Да, ты расплачиваешься круизной карточкой, и при этом каждый раз ты подписываешь чек. И вы знаете, после общения с вот теми людьми, с вот этой вот русскоязычной ассистенткой, которая нам для русской группы показала фильм о том, в каких они условиях живут, девочка, которая вот горничная, хаускипер, после того, как я прочитала форумы тех людей, которые работают, кстати, если вы захотите поехать, работать на круизный корабль, это вообще не проблема. Куча вакансий, на самом деле. Да, куча вакансий. Даже если вы очень плохо знаете английский язык, все равно возможно устроиться. Да. Но, конечно, труд будет мало квалифицированный. Да, и мало квалифицированный. И это уже не такой, вот нам кажется, типа, круизный корабль, рай, видишь весь мир. Не то, что не рай, а, мягко сказать, даже, наверное, и не сахар. Ты мира этого не увидишь. Ты увидишь там каюту, швабру, пол. Ну, ничего больше не увидишь, может быть. И еще, я вот, существует, ну, как бы такая тема, вот дискуссии у нас были в прошлых видео по поводу чаевых. Потому что у вас за каждый день, в каждой круизной компании, вот мы платили по 13 или по 14 долларов чаевых в сутки с человека. Ну вот на том круизе, что я была, да. Да. Вот. У вас с карточки, вы при посадке на вот эту вот вашу карточку, удостоверение личности, которая вот круизную карту, кладете деньги, депозит. И вас оттуда списывают каждый день там по 13, по 14 долларов. Это идет на чаевые всему персоналу корабля. То есть вы можете потом отказаться платить эти чаевые. Мне не понравился сервис, мне не понравился корабль, но просто подумайте, как тяжело все-таки работают эти люди и как они стараются вам угодить. Это не то слово, что они тяжело работают. Я просто прочитала, действительно, эта работа, правда, ребята, ужасная. И если вы не платите эти чаевые, то они получают совершенно какой-то мизер. С чаевыми они могут заработать 2000-3000 долларов. При этом они спят, вы знаете, как в поезде. Они спят на двухэтажных кроватях. Я просто видела вот то, что сняла эта русскоязычная ассистент, как она живет. И они там закрываются простыночкой, чтобы было какое-то личное пространство, когда они спят. Они спят по 3-4 часа в сутки, и они работают контракт. Что такое контракт? Это 6 месяцев. Они идут в рейс, заключают контракт на 6 месяцев. И страшно боятся потерять эту работу. Еще есть секретные коды. Вот на круизных кораблях есть секретные коды. Если по кораблю, чтобы не понимали все остальные, говорят «Оскар, Оскар, Оскар», значит за бортом человек. А, Оскар, есть, Оскар, да, Оскар. Есть другие секретные коды. Три раза повторяется другое слово, значит человек умер. Ну вот, вот такие вот вещи. Так что вот знаете, мне кажется, это очень интересно. Причем если человек умирает, то скрывает от всех отдыхающих, да, чтобы не портить людям настроение. Ну, да, ну конечно, прикинь. Только я не знаю, как это можно скрыть, ведь за столом с тобой сидел человек. И вдруг он куда-то пропал. Ну мало, может, в порту остался. Может, но бывает же случай, что люди опаздывают же, корабль же не ждет. Ну, да, да, бывает.
у тебя была знакомая врач, которая работала на круизном лайнере. Да, это она была помощником. Она была помощником врача и журналисткой ради эксперимента. Вот она поехала посмотреть, что это такое. И вот действительно, вы знаете, это правда, что люди в круизах умирают. Это да. Потому что в Америке, например, похороны – это дорого. И есть даже, да, в Фейсбуке писали, помнишь, про какую-то женщину 80 с чем-то лет, которая продала все и ездит по круизам, выучила все уроки танцев, живет, наслаждается жизнью. То есть она хочет умереть просто в круизе. Да, и такие люди есть, потому что ездят пожилые люди. И вот в чем еще для нас шаблон и миф, что круиз – это VIP-отдых. Вот не всегда. Смотри, вот американцу можно купить круиз за $300 и при этом беспроцентно выплачивать его в течение года. Причем перелет ему оплачивать не нужно, круиз отходит и, из его страны. Да, и вот $300 он выплачивает в течение года, и вот в том круизе, который вот я поехала после тебя, в следующем, потому что мы были с Таней в круизе премиум класса, кстати, за $500, у нас есть видео, как купить круиз за $500, вот ссылочку вот там вот оставим, да, чтобы вы посмотрели, потому что это реально, и вот на том круизе, который вот был следующий, у нас был Станя премиум класс, а там был класс стандарт. И вот я увидела, что это средний класс. Вот я не буду рассказывать, почему и как я это увидела. Ну, то есть абсолютно не всегда вот круиз это какой-то VIP-отдых, там абсолютно не все какие-то леди, джентльмены, какие-то шикарные туалеты. Абсолютно вот люди средние, даже бывают, ну плебс, да, если можно так сказать, да, отдыхают в этих круизах. Кстати, вот о круизах мы рассказываем честно. Да мы вообще, в принципе, не врём. То, что мы не знаем, мы рассказываем честно. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Вы точно будете знать правду и наше мнение об этом. Ставьте, да, ставьте лайки. Ставьте лайки, да. Нам будет приятно. Мы считаем эти лайки. Радуемся. Несомненный плюс круиза – это, конечно, хорошая и вкусная еда. Вот на всех практически свежая, потому что через 3 часа на корабле еда больше не хранится, она перемалывается в жуткую какую-то кашу и выливается рыба. Ну, это опять-таки то ли плюс, то ли минус, потому что не набрать 3-5 килограмм очень сложно в круизе. Много очень еды, очень вкусная, очень разнообразная, и, конечно, ну, ешь больше, чем тебе нужно. Тебя постоянно кормят, постоянно то возле бассейна какие-то приготовления блюд, в полночь начинают разносить какие-то пиццеты маленькие, десерты, но еда вся свежая, качественная, хорошая, но по статистике 3-5 кг, как правило, привозят из круиза. Но там есть тренажерный зал. Ну, если вот берете себя в руки, идете в зал и как бы стараетесь есть минимально, то, ну, в принципе, для меня это невозможно. Я поправляюсь. Конечно, чем подкупают круизы, что вам не надо выискивать, вот как в отеле, чисто там или грязно, вот везде будет чисто. Абсолютно чисто, даже может быть чересчур, просто какая-то стерильная чистота, постель меняет каждый день, полотенце меняет, по-моему, 3-4 раза в день. Мы, помню, называли еще нашего стюарда в каюте «наша пчелка». Да, «наша пчелка», потому что постоянно ты вышел из каюты, а не мыть, ты вышел, они постоянно драют, моют что-то. Вот, и для меня, вот после того, как я увидела, как эти люди работают, вот вопрос вот чаевых не стоит. Вот я понимаю, что если я не могу заплатить в круизе чаевые, ну я скорее не поеду в круиз. Потому что люди реально, ну, убивают свое здоровье. Потому что отдыхающие, вот мы там находимся сколько? Неделю, две. Но корабль, он же постоянно вибрирует, человек находится в закрытом пространстве. А тот человек находится полгода, при этом он же не отдыхает, он работает все время в этом закрытом пространстве. Да, и бывают вот и психические расстройства, которые потом лечат. Пишут, типа, подружитесь с кем-нибудь из команды, тогда ваш круиз будет интереснее. Но это невозможно. Это ерунда полная, ну скажи. Да, это невозможно, даже по моему одному круизу команде запрещено общаться с отдыхающими. Ну,
как? Они вот, у нас Аиша была горничная, да? Ну, хаускипер. Ну, вот как? Она только вообще... ваши пожелания, что вам нужно, чего вам не нужно. А если начнешь расспрашивать, там, как вы живете, какая у вас зарплата, замужем, не замужем, какое ваше здоровье, она не будет отвечать на эти вопросы. Да. Она так вежливо съедет. Да, сколько вы здесь работаете, потому что им даже запрещено ездить в лифте. В лифте с отдыхающими. И вот поэтому вот, да, а в круизах же, то, что опять-таки помощник доктора рассказывала, бывает и самоубийство, тоже такое бывает. Да, бывает, там муж с женой поссорились, кто-то пошел прыгать там с открытой палубы. И тюрьма еще... же есть, да, там, ну, поэтому тюрьма есть, да? Но да. Это, тюрьма это не то, что там кто-то напился, там, оно это просто, если вдруг там какие-то там хулиганства, или там какой-то там, или суицид, или какой-то там драка, но, ну, для этого там все, вас заключает в тюрьму. Да, потому что я один раз была в круизе, когда был финал Евро-2012, и было много итальянцев и испанцев на корабле, и играли Испания и Италия, отменили типа все развлекательные шоу, в театре шел матч, ну и разное могло быть, скажи. Ну, в принципе, ну ничего не тюрьма было. Тюрьма была переполнена? Нет, нет. Просто итальянцы очень сильно плакали. И по поводу качки. Вот тоже спрашивают. Вот качает, ну вот расскажи. Нет, не качает точно, это мы уже даже отвечали, по-моему, на эти вопросы. Огромный лайнер, 12, там, 15 этажей. Огромное устройство, которое... Стабилизаторы качки, да. Которые просто, это, ну, не чувствуют этой качки абсолютно. Хотя человек чувствительный к качке. Я качку не переношу вообще. Вот, но если попадает там корабль в качку, он просто не идет в этот порт. А так ты этой какой-то минимальной качки ты не чувствуешь абсолютно. Не чувствуешь вообще абсолютно. На каждом корабле при посадке на корабль обязательно первые дни проводится учебная тревога, то есть вас обучают, что делать в случае форс-мажора. И вот я вспоминаю, как я собиралась в один из первых круизов, мне позвонила мама, а у меня, я до этого не видела «Титаник». Я смотрела «Титаник». Мама говорит, что у тебя так кричит? Я говорю, я «Титаник» смотрю. Как ты едешь? Выключи, немедленно выключи. На самом деле, ребята, это хорошее кино для тех, кто собирается ехать в круиз. Это хорошие новости. Корабль не тонет за секунду. Корабль не тонет даже за 15 минут. Корабль тонет долго. За это время. И все-таки зря игнорируют вот эту учебную тревогу. Да. Все-таки есть смысл ее посмотреть, и все-таки есть смысл, ну, знать эти вот меры предосторожности, ну, а мало ли что. Случается же все-таки. Не часто, но случаются какие-то... Да, вот была же история с Коста Конкордия, которая, ну, как бы, грубо говоря, напоролась на, ну, спорола себе, грубо говоря, брюхо, и там вот, ну, все помнят эту громкую историю, и погибли немцы. Погибли немцы, потому что они исполнительные, по кораблю раздалось объявление «сидите в своих каютах», а корабль уже дал крен и выключился свет. Ну, то есть, это уже первый сигнал, что нужно выходить на открытую палубу. Если ты был на учебной тревоге, ты должен это понимать. У тебя есть спасательный жилет, ты должен не пользоваться лифтом, не оставаться в своей каюте ни в коем случае. Может, замок заклинить, там электронные замки, и все. То есть, немцы погибли благодаря своей исполнительности? Да. В принципе, нужно, конечно, слушать то, что тебе говорят. Тут просто, ну, вот капитан этого корабля был действительно сумасшедший слегка. Как ну, он не сумасшедший, он был нетрезвый, он как бы выпивал там вроде с какими-то молдавскими туристками, фамилия его была Скитина, это было очень громкое дело, но наши, ребята, никто не погиб, они все на открытую палубу, и они даже спасали людей, потому что понимают, что мы так привыкли, что если нам говорят, все хорошо, значит, все плохо. Ну, то есть, это вообще не так. Что, если, не дай бог, ну, что-то случается в круизе, не закрывайте свои каюты, а уходите на открытую палубу. Да, спасательные жилеты на открытую палубу, обязательно учебную тревогу сходите, но вас заставят ее пройти, конечно. Ну и, ну, это бывает так редко. Вот если вы курите, конечно, в каюте курить нельзя, нужно ходить только на открытую палубу. Вот Наташе было тяжело. Допустим, утром тебе хочется покурить, то вставай из постельки и бегом на палубу, только там можно курить. Да, одевайся, даже если у вас каюта с балконом, вы не можете курить на балконе, потому что рядышком соседи, которые тоже купили каюту с балконом, совершенно не хотят нюхать табачный дым, а хотят морского воздуха. И штраф за это достаточно большой, да, за курение? Да, приличный штраф. И курить разрешено даже вот на шведском столе, но только с одной стороны корабля. То есть, либо по левому, либо по правому борту, и то не везде. Есть так называемая сигарная комната и казино, где можно просто прийти покурить, даже не играть в казино, там можно прийти. В общем, конечно, удобнее курить просить.
свидания. Пока-пока-пока-пока. Пока. Вот вроде все рассказали, может, что-то не учли, может, и остались какие-то вопросы. Ну, раз в месяц мы проводим прямые трансляции, и следующая прямая трансляция, мы планируем провести ее вот как раз про круизы. Поэтому, ну вот, подписывайтесь, и обязательно мы ответим. Да, ставьте лайки и задавайте вопросы. И до новых лучших встреч. И ярких вам путешествий. Пока.